Глубина тут всего. Мотал дофига. Да, между прочим. А просто пока бежали, топали. Ну ладно. Мы-то ладно, спасибо. Поздно заметили, что ли? Ну нет, ладно. Нет. Куда она, если по идее-то, куда она денется? Она же не может никуда деться. Когда разденется. Серёг, сколько ты мотал там сажал-то? Сейчас. Ну, кусок. Сажай нам прям. Ну, такой нормальный будет? Это на все. Такой долгий кусок-то сажал. На всю рыбалку надо растянуть. Да ладно, мы сейчас это самое еще. Стравливает помаленьку. Мы ее немножко вымутаем. Не нужно, хорошо было, чтобы она заебалась. Да. Нужно, чтобы мы ее беспрепятственно затащили в лунку. Может, поборик, Серег? Да не, вот она. Вот дырочку рядом. Вон, мордочка. Трешка. Тащи, 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 тащи. О, она что-то говорит тебе. На икру. Сейчас ешь. Сейчас дубль два будет. Посмотрим, как получился. Говно, конечно. Ну, шукай обратно. Руки убирай. Жилец упакованный. Нет, я его распаковал уже, позвольте. Кишки. Плотно так садится. Уходить начинает уже почти. А вот эту как бы надо бы сейчас лесочкой подвязать комочек. Косточки не переварены. Рыбья. Пущу-ка. Да. Ну вот такую косточку, как вы эту переварить не быстро. А нам надо до утра всего. До утра, думаю, не успеет. Сейчас ниточки перетянем все в комочек в один. В принципе, налим здесь должен быть. Раз люди сюда не ходят даже летом, то может быть и трофейный. В любом случае, рыбалка – это некое ожидание и приятный сюрприз. Или не стоявший сюрприз. Правда же? Так, где-то у меня были ниточки. На черный день. Это стопочки. Это на другой день. Где нас нету? Я в курсе. Поэтому надо собираться и ехать дальше. Логично? Внутри крючка даже нет. Нету крючка, да? Школа выживания. Где-то там всей стране показываешь вот этот в виде щуки. Сейчас да, будет. Прикольно. Мне самому понравилось. Я когда тебя почитал, мне самому понравилось. Классиков читать надо. Еще раз. И пошел, заради бога, как говорил Михаил Ломоносов. Солнце, небо и песок. Ходите, куда дальше, невеселая дорога.
Там есть два козырных плеса. Нет, все равно. А? Так надо идти туда, где нас нет. А, вернее, рыба будет клевать там, где нас нет. Мы отсюда уйдем, она здесь будет клевать. Логично? Логично. Давай я резину включать, хуйню. Да я не боюсь мороза-то. Так я ведь знаю, вчера. Я обморожен уже давно. Заметно. Причем сразу на голову. Надо вот эти пошире пока сделать. Решил поправить что-то там, поднять. Что, бегом, давай, давай, ну, давай. Снимай, снимай. Смотри, мотай, что, мотай, давай. Я сразу, мне готовый. Ну иди попробуй, хоть раз ты по-взрослому. Не гони. Да кто же, она тебе даст ее гнать, как же. Так, это леска моя, и она последняя. Береги ее. Как привяжешь леску, береги ее. Ну что, руку опускать туда, что ли? Она не входит в край, да? Не входит. Пошла. Пошла, пошла, пошла. Ё-моё. Не, ничего. А про противоуз. Все, отпускай, нам таких не надо. Давай, 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 загибай, загибай. Я вроде... Ваня, смотри, как надо. Это, как раз оранжевая, твоя любимая. Твой любимый цвет. Иди снимай быстрее, пока она не эта самая. И твой любимый размер. Не пойду. Смотри, обленились как уже. А, нож есть. Обезболище дайте. Сейчас глазем царапай, да. Кузнецов. И обратно. Родили? Бывает. Оказывается. Тут ты, наверное, бычок уронил в воду, она в это время плыла туда. А у меня там два крюка, так и просто не вытащишь. Капец, жерлица. Ну что, обезболивающую таблетку дать ей? Ага. Гусар молчать. Да, щучка-то тут хорошая, да, была? Ну, на трофейную, трофейную. Осторожно, под нос. Нашел, да, видишь? Где? Вижу, он вон там. Вон она там, а вон она. Дайте ей водки, что ли. В кадре? Вон она как-то. Ну, сначала чуть-чуть. Там как раз желчный пузырь, не сердце. Здесь сердце. Да. Там. Здесь прижать нам даже биться не будет, не надо глаза даже цапать. Желтый прям, обалденный. Воздушный поцелуй. Смотри, она даже в сторону лучше кладет. Серег, смотри, 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 Серег. Не доползла. А смотри, какой взгляд. А ведь я ему верила. Осмысленный, да, такой? А ведь я ему верила. Да, есть, конечно, разница. Конкретно когда. Когда домотает, надо подсекать. Ну, сейчас мы ей не дадим, конечно, до конца тушу. Все хорош. Подожди, она второй. Подожди, она должна остановиться. Она уже стояла. Подсекать ее не надо. Это местная рыба, она ничего не боится. Как нормальные пацаны. Давай. Все, все пришли, пресса, да. Вся. А, мимо. Как мимо? А, нет, не мимо. Да вот тебе. Я что-то просто. На печень не может быть мимо. Печень мимо не бывает. Да. Либо цирроз, либо рак. Леска не струбит. Серега, посмотри, вот она. Это убийца! Детеныш, однако. Не, не печень, хвост. А, слушай, хвост. Кусок мяса забыл. Хвостик. Аккуратно. Теперь кто из нас больше чумак? Давайте сразу в сторону пасы делайте. Не, давай, на этот раз ты сейчас будешь ложаться, а мы будем тебя козлить. Давай. Ты больше не можешь, что ли? Нет, я не хочу. Я можу. Ну, не хочу. Конечно, поручили мне такой локи, вот такой окунь, блядь. Локунь не идет, блядь. Идет, идет, идет. А давай дадим ей до самого конца размотаться. Давай. Ну это ее будешь. Жень, ну, не чуди. Не чуди. Поехали, у нас времени нет вообще. Вы тут со своей ерундой. У нас там рыба ждет. Подождите, не мотайте рыдо, видишь, клюет у нас. Уже клюнуло. А знаешь, он почему говорит быстрее дергай?
сейчас сойдет. А, и это самое, и будут, да. Ичмарить давай. Да. Ну а как? Меня что, одного чморить? Алло. За нее работает. Дин-д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 ин
нате, ешь ты, нате. Вот, жрите, жрите. Да, она уже не хочет. Не хочет. Так, теперь надо расширить дупло. Это правильная лунка. Поэтому... Никто же не знает, что тут можно ледокол спрятать. Оп, два. Пошли, 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 пошли. Ты немедленно из пасти вытаскиваешь. Конкретно. Я медленно поднимаю грузик, это одна. Да какой грузик, там до грузика еще за километр. Похоже, она выплюнула. Вы ее спугнули своим смехом? Ну, понятно, мы спугнули. Не своевременно. Подтекай давай, блин. А что подтекай, она не идет никуда. Она просто тащится. Опа. Уже близко, уже близко. Уже... Блин, жрец, что ли? Не, упирается. Хорошая. Не то, что ваши килечки. Ходи, ножик, я ему сейчас помогу. Облегчим ему задачу. Оп-оп-оп. Облег упирается. Башка в лунку не лезет. Неси тяпа ляпа с ляпами. Где я тебя возьму? 50 метров. Ляпа с тяпами. Я еще не устала. Не лезет. Она когда льда касается. Обратно пошла. Блин, а хрустит-то как? Сейчас захлестнет за шею, туда все, капец. И кики. Сначала кики. Опа. Ножи. Ее кусал уже кто-то. Смотри, ширина зубов, смотри, между пастями, смотри. Здесь до трёху. Так. Хорошая щучка. У меня есть предложение все-таки отсюда уехать. Лагерь не поставим, я вам серьезно говорю. А то мы так и будем ночевать. Не, ну там тоже сейчас переверки, то есть эти самые. Ну, смотри, вся прокоцанная тюленем. 3-300 все-таки. 3-300. Еще раз потянуть на хвост. А если за хвост потянуть, она будет больше? Будет. На 100 грамм переплюнул, Жень. Все, чемпион. Вот так делай, чемпион.